Ребятки, приветик. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Догадайтесь, куда мы идем. А мы с вами сегодня навещаем сельной рынок в Краснодаре. Потому что здесь полно всего вкусного. Я давненько уже не была на рынке. Хочу сходить и посмотреть, что есть в продаже. Давайте. Начинается все с сухофруктов. Смотрите, каких только нет. Вот такие, вот такие. Моя любимая. Моя любимая чучхела. Это, наверное, инжир сушеный. Это что же такое? Вот это что такое? Курма сушеная. Соки, гранаты, смотрите. Давайте попробуем. Привет вам передают. Давайте попробуем. Ребятки, это сразу на входе в сельной рынок. Как зашли, сейчас продегустируем сок. Ну что, пробуем сок. Ребята, очень вкусный, прям натуральный сок. А при чем расскажите цены? 0,5-200 рублей. Это маленькая бутылочка, да? Мне можно сделать. Значит, если вы... Все, заработал микрофон. Ну что, ребята, 200 рублей. Вот смотрите, бутылочка пол-литровая, да? 150 дадут. За скидочкой будет 150. Так, смотрим, что еще у нас тут есть. Ага. Так, ну все, идем дальше. Леди, фрукты. Почем мандаринки? 250 килограмм, да? Ага, мандарины 250 килограмм. Эти огурчики мои, вот эти любимые. В Америке вот таких не купите, ребята. Вот таких вот зелененьких, пупырчатых. И картошечка молода. Гляньте, какая. Ну, это, наверное, турецкая. Вот это капуста. Это то, что вот я обожаю. А большие помидорчики почем? 400 рублей килограмм, да? А капусточка молоденькая? 250. Слушайте, помидоры отличные. Сейчас я сниму, вернусь, наверное, куплю себе помидорчиков. Вот тут, смотрите, тоже куча сухофруктов разных. Я здесь уже покупала вот эти вот абрикосы сухие, очень вкусные. Я покупала вот такие вот манго сушеные. Тоже классные, они без сахара. Уже конец дня, ребята, конечно. Ой, гляньте, вот эта капуста, вот эти кабачки, боже мой. Перцы такие. Ну, в Америке вы этого не купите ничего, конечно, близко. Вот, здесь всякие сухофрукты продаются. Вот тут одни из моих любимых тоже продавцов, которые здесь хорошие цены обычно дают. Тоже, смотрите, такие вот, как такие капустки классные. Виноградчик. Я вернусь потом, сейчас поснимаю сначала для ребят. Видите, какие огурцы. Маленькие помидорчики есть. Вот. Это вам рынок. Вот тут очень классный виноград я покупаю обычно. Очень хороший. Ну и вот тоже вот голубика. Супер классного качества. Ребята, советую. Очень сильно рекомендую. Здесь тоже есть. Вот смотрите. А почем клубничка?
500 рублей килограмм. Но это недорого, да, недавно было 800. Сейчас, дайте, я поснимаю, вернусь. Капусточка нужна, зелень мне, да, мне тоже много чего надо. Вот, дальше идем. Вот здесь тоже целый рынок, целая этот витрина сухофруктов, очень много. И те, кто готовит, конечно, они это будут все покупать. Ребята, я не готовлю практически ничего. Вот. А здесь вот фото, тут у нас всякие соленья, мясо, есть даже обувь и так далее. Конец дня, поэтому уже остатки. Ну, обычно достаточно всего, чтобы все купить. Вот, в этом месте я тоже беру виноград, обычно у женщин очень вкусный здесь, отличный. И вот огурчики, смотрите, 200 рублей. Огурчики, кстати, подешевели, потому что были гораздо дороже. Знаете, какие помидоры обалденные? Дагестанские помидоры. А помидорчики почем? 310. Представляете, какие классные вон огурцы. А эти по 300. Но помидоры классные. Да, помидор так помидор. Я думаю, в Америке вы этого ничего не купите и не увидите. Вот картошка молодая, смотрите, по 100 рублей килограмм, да? Знаете? Клубничка. Так, сейчас я вам, знаете, что покажу? Я вам покажу. Тут есть молочная секция. А здесь огурчики почем? Смотрите, по 100 рублей. Это местные. Хутор Ленина. Хутор Ленина в Кореновском районе у нас. Клубника, смотрите. А клубничка чья? Турецкая. Клубничка. Вот так. Тут всякого рода. Вот тут я у девочки все время зелень покупаю. Очень хорошая зелень. Классно, качественная, вот так, укропчик. А это уже этот, щавель, да? А, заканчивается щавель. А вот это что тогда? Шпинат? Шпинат. Девочки тут всегда продают, очень хорошую дают скидочку, хорошие цены и вообще приятное обслуживание. Поэтому всем рекомендую. У меня большой обзор рынка сегодня. Так, дальше что? Идем. Яблочки. Есть уже чучхела, я ее часто беру. Гляньте, какая классная, большая, такая жирная чучхела. В таком соку. Ну, кстати, в Америке одна захудалая будет 4-5 долларов. А тут, гляньте, какие обалденные чучхелы. Мы сейчас внутрь тоже зайдем с вами. Смотрите, 1000 рублей килограмм черничка. Хочу всего, но мне же уезжать скоро на свадьбу к дочери. Боюсь, что я не съем, в холодильнике все останется. Здрасте, яйца почем сейчас? Ну, народ хочет знать. Не хотите, да? 50 штук, 900 рублей домашние. Я здесь покупала у женщины яйца, кстати, очень хорошие, рекомендую. Но цены она не хочет нам сегодня говорить, поэтому... Не хочет, как хочет. Но я у нее брала. То есть, вот если кто придет и увидит эту женщину, берите. Еще, кстати, масло хорошее тоже очень. Вот петрушка, укропчик. Укропчик 30 рублей. Смотрите, какой классный. Ну, петрушка уже немножко подвяла. А вы знаете, в Америке проблема с петрушкой, с укропом. Укропа вообще нет. Это считается какой-то редкостью. В каких-то маленьких количествах покупаются по огромной цене. Видите, какая капуста, как с картинки просто. Огурчики вообще по 150. Ну, смотрите, помидоры 250. А какие у вас в Москве цены там везде по России? Это дорого считается или нет? Потому что Краснодар это самый дорогой рынок. И считается, что здесь у нас самые дорогие цены. Я потом еще к вам вернусь за яичками. Гляньте, 350 рублей клубничка. Тоже, наверное, турецкая. Но выглядит отлично. Так что... Почем у вас цены, ребята? Что сейчас почем? Ну, тоже капусточка. 100 рублей. 100 рублей за килограмм или за капусту? За килограмм. Представляете, то есть это дешево как. А лук вот какой классный, ялтинский. Смотрите, 250 рублей. Классный.
Так что сейчас мы пройдем еще внутри, сходим, соленья посмотрим. Соленья обычно тут вообще обалденно. Вот тут молочная секция, я часто покупала молочные товары. Ну, ее сейчас нет, видимо, уже закрыли. Вот, ну куда мы сейчас с вами зайдем? Это вовнутрь посмотрим соленья маринады. Это вообще просто рай желудка. И это то, что в других магазинах вы не увидите. Кстати, хочу показать вам, тут еще одежда. Вот тут тоже одна из моих любимых секций. Добрый день! Сейчас я снимаю для своего блога, но я к вам вернусь, возьму у вас фруктиков. Я обычно у женщин многих покупаю, очень хорошие у них, качественные вот помидорчики, вкусные. И цены очень приятные, они всегда скидочку делают. Так что рекомендую вам. А еще, ребята, такие всякие есть штуки там на рынке, да, то есть можете купить и штаны какие-нибудь, и одежду. Я себе покупала. Вот тут мясо есть. Порезанные игрушки. Курочки, смотрите. Курица такая-сякая. Всякого разного рода специи. Полно. Домашние всякие закрутки. И вот вам сумки. Нужны такие сумки? Даром, что в центре Краснодара. А я, кстати, здесь покупала себе вот такую вот тележку здесь покупала у этих людей. На рынок ходить с тележкой, а без тележки никак. А так вот такие всякие разные сумки, сетки. Вот даже домики. Вот грабли. Все такое. Вон, гляньте. Самое все просто. Лифчики. Все, что хочешь. То есть рынок у нас в Краснодаре такой многоцелевой, да? Вот, и хозяйственные всякие принадлежности есть, розетки, шнуры, всякого рода инструменты. Сейчас мы вот с вами пройдем, я вам покажу, смотрите. Вот нужен, например, удлинитель какой-нибудь, пришли, тут все есть для хозяйства. Всякого разного рода хозяйственные вещи, всякого разного рода отвертки, инструменты, всякая разная хрень. Все, что надо, все есть. И вот так вокруг рынка можно обойти, и в принципе вы купите все, что надо. Я здесь брала у мужчины удлинитель для своего компьютера. Очень подходящий. Гляньте, вот сумки какие классные на рынок ходить. Отличные. Так, ну что, теперь мы заходим в сам рынок. Я делала репортаж как-то отсюда от соленья. Ну что могу сказать, ребята, у вас тут такой рынок есть, в Америке такого нет, что можно зайти и купить все, что хочешь. Я понимаю, что сено дороговат по сравнению с другими, вот, но здесь есть все. Вот смотрите, хлеб домашний. Выпечка, какая хочешь, добрый день. Знаете, какие всякие разного рода булочки. Чабата такая, всякая, тоже супер. Знаете, как красиво оформили, сено поставили. Есть уже у женщины, смотрите, разного рода хлеба. Вот какие-то интересные такие молоки. Хлеб, если вы любите, вот такие черные такой есть, как всякого разного рода. Сейчас мы с вами пойдем. А здесь крупы. Я знаю, конфеты. Торты есть. Смотрите. Домашняя выпечка. Уже девочки готовят. Смотрите. Тортики. Разного рода конфетки у меня все-таки. На рынке такие ходить. Ни плотно, ни победов. Мне интересно. Нужно сразу кушать, а потом идти на рынок. Тут, смотрите, у девочек колбаски домашние, такие, наверное. Какие у вас цены в Америке? В Америке я молчу, нам еще ничего не купите. Ни за какие цены, там такого не купишь, это деликатес. А здесь зашел и купил все, что хочешь. И вот моя любимая секция. Девчонок, гляньте, все это корейские, вот эти закуски вкуснючие. Я брала как-то здесь у девочек вот эту вот корейскую капусту, очень вкусная. Знаете, еще какие-то морские гады есть. Корейская капуста. Знаете, эти помидоры вот такие вот я люблю, зеленые. А что вы любите из корейских солений? Смотрите, тут тоже чего только нет. Вон прям капуста.
с оливками, с какими-то, с виноградом заквашенная. Вот целые ведра, гляньте, листьев. Ой, невозможно, запах стоит такой вкусный, прямо сейчас бы все это съел. Вот смотрите, какая колбаска, девочек, вот это мясо. Пахнет уже так, что прямо слюнки текут. Еще и пост, да, к тому же. Как вот сходить во время поста на сенной рынок? Никак. Мужчина тоже ходит, отвезется. Гляньте, какие колбаски. Девочки. Ой-ой-ой-ой. Вот это. По запаху выбираю. Так, сейчас поемте в овощной. А дырка подальше в овощное дело. Сейчас пойдем, девчонки. Так. Но здесь я уже тоже покупала уже как-то у девочек. Гляньте, какие полные ведра разносолов. Хотите такие, хотите всякие. Чего только нету.